Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем играть Человек-паук. Давайте вот безобидный, это я так понимаю, средний, вот так, русская, субтитры. Давайте субтитры включим. Теперь так, назад звук. Все, громкость речи. Хотя какие-то там еще я слышу. Ладно. Ну и так. Ну что ж, давайте начнем. Начать. Посмотрим, что за сюжетом подаст Marvel. Marvel же вроде как Человек-паук. Добродушный сосед, или кто он там? Сосед-черепаха. Смотрим. Боязнь арахнофобов. Минный лепесток, что ли? Какой-то он компьютерный гений. Так, браслеты. Насколько тебе паутины-то хватает? Интересно. Питер, оплата. Еще думают кого-то. Так, shift. Понятно. Как-то он боком летает. Так, мне за вертолетом надо, да? Вы задержали его? Нет, мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Давай. С кем я там разговариваю? Что-то я... Слушай, я просто кибор. Обернись! Так. Вы покидаете район задания, вернитесь обратно. Так. А где я? А, вон он. Вон куда мне надо. Конечно, я. Все в порядке? Блин, как-то... Чё, как, паучок? Рад встрече, чувак. Так. Знаю, так нехорошо. Хоп.
Опаньки. Вот так по зданию могут бежать. Понятно. Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да, простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Давай, беги. Как-то он маленько в этом плане не продуманный, наверное. Или я, может, не справляюсь с этим управлением, чтобы... Так грандиозно. Хопаньки. Похоже, Юрий вызвала кавалерию. И вот он я прибыл. С передячим паром. Давай. Ну-ка, субтитры же я делал, да, параметры? Субтитры. Нет, субтитры включить. С2, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом. Ну где субтитры-то опять? Все, вроде как выбрано все. Пора пробивать. Сейчас гасить их надо, да? Они тебя обошли. Ой-ой-ой, валенки. Бандиты тоже себе не думают. Двойную порцию тяжких телесных. Давай. Так, значки паучьего чутья, мигающие над головой, предупреждают вас об угрозах. Заметив такой значок, готовьтесь уклониться. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Тихо, подожди. Я даже как предмет это метать тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да подстрелите же его! А, вот так вот. Фиск-то нанял немало ребят. Давай. Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Блин, меня что-то бьют, это плохо. Давай. Я в Бэтмена он. Как хреначится, и ничего, давай. Ну что с каким-то пауком. Так, Юрий, готово. Чтобы... Не справлюсь. Взрывы. Сколько людей погибло? Так, я не успел ничего сделать, уже обратно куда-то лететь. Так и знал, что Фиск поднимет шум. Давай, вот он сам поднялся со временем, да? Куда-то приземлился, да, около эпицентра. Вау, стреляй. Стрельба, ограбление. Так. Пришлите еще людей и закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймает. Ну, я тогда... Конечно, иди. Начинай. Да. Время пришло, Билли. Берегись!
Ты куда это? Это что за школьники здесь? Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук, мы сами справимся! Стой, мы не дали! Так, чем длиннее ваша серия атак, тем быстрее накапливается концентрация, получать дополнительную концентрацию, сражайтесь в воздухе. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что он здесь делает, человек-паук? Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! За ним! Да тихо ты! Вот она, некомфортная рабочая среда. Да подожди. На. Ой, больно, наверное. Ты вообще заснешься? Бегись. На. На! Все, теперь понятно, как эта штука работает. Так, вы можете лечиться с помощью концентрации. Чем больше концентрации вы накопили, тем больше здоровья восстановите. Ага, во как. Надо убрать стрелку. Тихо, подожди. Подожди. На. Кажется, это все. Вперед, вперед! Давайте, 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 ребятки! Они вырубили лифты! Лестница! Как? Лифтов я нет, все. Я предпочитаю более прямой подход. Без лифта вы пропали. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Давай, давай, давай. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Так, а тут рано. Никаких секретов нет? Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Так. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. А, привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела. Давай, да. Завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо, люблю тебя. Я тебя тоже. На. Это еще что? Так, при полной шкале концентрации вы можете мгновенно добить врага. Держите его, не давайте ему прыгать. На. Подожди. Вот тебе! Не подходите к его штучкам! Почему он побеждает? Прочесать район! Да подожди ты! Задача есть! На! Надо найти серверную, пока улики еще там. Вроде получалось же как-то. Вы чё? Так. Сомневаюсь, что серверы на этом этаже. А, надо зажать. Зажать Q. Подтягиваемся. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Так. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Вон туда.
Нормальные герои всегда идут в обход. Конечно, я вот с тобой полностью согласен. Чистый грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Хоп. Они такие милые, когда беспечные. Как успех? Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, копы знают, где мы? Не важно, что снаружи. Важно, что внутри. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Да подожди ты... Задержите его! Внимание! Полное форматирование! Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые! На! Сегодня явно не твой день! Тебя тут есть еще! Надо попытаться спасти хотя бы остальных! Так! Посмотрим, как у них с безопасностью. Я же какой-то компьютерный гений. Обновление. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие. Вылывайте дверь, живо! Опять? Прикончить его! Уничтожить все! Нет, посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. И как это может... Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты! Жалеете, что занялись этим? Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. Куда мне? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Убить его, или босс убьет нас! Давай, гаси! Любишь, Фиск? Да. Их у нас больше, чем... Долго не продержится. Берегись! Сейчас будет больно. Так, ну что, я вроде все сделал, нет? Или кто-то еще остался? Кажется, это все. Давай. Все чисто, вперед! А вы после меня идете? Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. Ну что ж, как человек я обязан помочь вам. Всем покинуть здание! Хопа! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук, не вылезти! Мы застряли! А я помогу. Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен, ясно? Давай, давай. Я смогу. Смог. Блин, на меня еще навалилось. А я еще разок. Вы просто не знаете, какой я сильный. Ну, вперед. Давай. Фух, с передачим паром кое-как. Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Так. Черт. Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Че, не получается? Вау! Тяжелая артиллерия. Ложись! Он слабее. Подождите.
Побаловался и хватит. Вау. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Подожди. Что? Сегодня что, день ракетчика? Так. Вау, там еще люди, да? Выламывай все это дело, давай, пойдем. Кто тут есть? Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Блин. Ладно. Куда-то сюда мне. За ним! Спокойно. У меня на всех хватит. Пришло время боли. Нифига себе! Я возьму тебе мозги. Вот это не дело. Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Так. Твои акробатические кульбиты меня как-то не очень прельщают, ну давай. А вот и я. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед, мы пойдем за тобой. Так это я. Да, конечно. Так, враги со щитами блокируют атаки спереди, но остаются уязвимы сзади. Вы все это время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Убейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Блин. Еще? Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Давай, давай. С радостью. Кто здесь? У него, кстати, прикольные экспонаты стоят. Восточные доспехи древних воинов. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Вот почему все боссы такие... Я удивлен, что не знаю, ты добрался. Сильные, наглые, еще и умные в этом. Отсюда не могут такого быть сразу. Не уйдешь. Чтобы и умные, и сильные... А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. Ой. О, это мне не стоило. Подожду нужного момента. Перезарядка. Подожди. Вперед. Что ты делаешь? А, вот так вот надо. Блин, да вот вроде немножечко оставалось. Все понятно, надо. Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Да. Как это может быть? Вот так это что может такое, быть. Уилли? Ты недоволен?
Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Да. Говорю же, какой-то. Подожди тут. Скоро приходи. Вот мой момент. Блин. Вау. Не научился. Блин, что это за злодей такой? Хватит с меня! Сами напросились! Вот мой момент! Не врывайся, мальчишка! Не в этот раз! Давай! Жирного бей! Жирного бей! Я что-то такое говорил? На! Ты проиграешь, Уилли! Я еще даже не начал играть! Да? А что же ты начал? Да подожди ты! Блестящая башка! Впечатляет. Так. Хрен тебе. Я-то ладно мутированный человек, а ты-то кто? Ты виноват во всех бедах этого города. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать. Окружить. Да подожди ты. Идиоты! Вас учили драться, так слишком? Оправдания мне не нужны! Защищайте вас! Нет! Я сам справлюсь! Он слабее! Что он это делает? Блин, да подожди ты. Шутки так себе. А ну вернись. Кретин. Прими его стремление, иначе без шанса. Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс. Давай, давай! Ты умрешь как жил, никому не нужным! Ты уж постарайся! Давай! Давай еще разок. Что-то опять не могу его победить, что ли? Сколько раз тебе побеждать надо? И пол стеклянный. А, вот так вот. Игра клавиш начинается. Понятно. Да подожди ты. Не уследишь так за всем прямо-таки. Так, что насчет поцелуя? Ладно. Поймал. Смотрите-ка. Поймал. Он мощный. Какие наручники? Бетонируйте ему ноги сразу. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй,
Удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Ну, посмотрим. Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Так, что-то пройдено. Уровень 1, уровень 2. Увеличение здоровья. Одно очко навыков. У меня навыки где-то есть. Таб, чтобы открыть дерево навыков. Давайте откроем. Так, список приемов. Так, вы повысили свой уровень и получили очко навыков. Даются на за накопленное количество опыта. Выполняйте задания, убивайте врагов, чтобы заработать опыт, получить дополнительные очки. Понятно. Так, список приемов. Так, бег по стене. Ускоренный подъем. Прыжок еще, да, нажимать, значит, пока бежишь. Обход угла. Левый. Ага, как-то, ну, хрен его знает. Спуск с потолка. Подтягивание к точке. Ну, это мы выучили. Подтягивание на паутине. Прыжок. Понятно. Раскачка. Просто удерживаем. Так, понятно. Серия атак в воздухе. Понятно. Отскок от врага. Подбрасывание в воздух. Ну и тут добивание, броски предметов, бросок вверх и вниз. Ну-ка еще разок. Ага, сначала атака, потом F. Ох ты. Атака от стены. Подкат. Ну, тут дальнее уклонение. Уклонение. Подбрасывание. Так. Персонажи. Задание. Навыки. Так, защитник. Инноватор. Это что такое? Бросок на паутине. Удержите, чтобы захватить и бросить. Давай вот. Или у меня это есть. Открыто. Уровень 2. Это что, увеличение дальности? Как-то сверху, не понимаю. Развивание. Пересматривание. Бросок на паутине, сбивать врог. Подожди. А как? Купить. А, вот, все. Так. Это что за вихрь? Бросай быстро, нажимайте. Давайте вот так. Защитник. Так. Блин, а тут давайте вот так вот, я даже не знаю, сделаем.
Тут раскачивать и раскачивать еще его надо. Ну и на карту глянем перед тем, как вообще выйти. Давайте посмотрим, что у нас тут. Да и ни хрена нету. Ладно, что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!